Надежный сторож, пастух и верный друг. Кавказскую овчарку в Грузии считают национальной породой. Местные жители ее ценят за бесстрашие и ум. В стране несколько питомников, где разводят таких собак. Мой коллега Михаил Рабакидзе побывал в одном из них. Боти всего полгода, но он уже изучил свою территорию, охраняет автоколлекцию хозяина. Гия Паташури 25 лет собирает старые автомобили. Зимы победы Волги признается, что без внимательного помощника тут не обойтись. И Бота, несмотря на свой возраст, прекрасно справляется. Как и у всех кавказских овчарок, характер у Боты своенравный. Чужаков, да еще с дурными помыслами, отпугнет одним только своим грозным взглядом. Георгий Матиашвили знает характер каждой своей собаки. Судьба питомника зависит от Бэби, единственный самец в этой компании. Он пока маленький, характер собаки формируется в более взрослом возрасте. Кавказская овчарка всегда привязана к одному человеку, тому, кто за ней ухаживает. При этом характер у этих собак своенравный, может приревновать, обидеться. Так как эта собака должна охранять стадо, то должна быть злой и внимательной. Поэтому воспитывать собаку как игрушку нельзя. Щенков из этого питомника берут пастухи, а еще их часто забирают в монастыри. Михаил Рубакидзе, Хычеса Мадашвили, Мир 24. Об истории породы и легендах, связанных с кавказскими овчарками, смотрите в специальном репортаже сегодня на телеканале «Мир 24».